«Вся моя жизнь – фотография». Под таким названием в Тверском городском музейно-выставочном центре открылась экспозиция, посвященная памяти фотографа, бывшего председателя областного фотоклуба Вячеслава Ганьшина. Семья, природа России и родного края близкие отобрали порядка 50 работ, созданных с 70-х годов до последних лет жизни автора. Для него была радость делать какую-то память о том, что происходило в семье. Просто отец сегодня встал с утра, берет камеру и снимает все, что происходит в семье, на улице, вокруг. Хобби, увлечение. Какой-то период времени это становилось работой, но с точки зрения нашего восприятия это было увлечение всей жизни. Вячеслав Ганьшин возглавлял киностудию Госуниверситета, преподавал на факультете журналистики, работая при этом фотокором «Комсомольской правды». Увлекался он и бодибилдингом. Как признаются родные, это хобби в определенной степени и послужило занятию фотографии. Вячеслав Иванович снимал немало соревнований. Данная сфера жизни также отражена на выставке. Этот снимок снят на одних из соревнований. Название правильно. Перегрузка, когда на пределе собственных возможностей. Я думаю, что это вот на штанге работали, и человек вот напрягся, вот это состояние, и он отснял. Талантливо совмещал спорт и фотографию Вячеслав Ганьшин с работой в Калининском госуниверситете на кафедре физики. Он соавтор многих изобретений, подтвержденных патентами. Вячеслав был инженером, который многое делал для того направления, которое реализовывалось, это выращивание кристаллов. Участвовал в работах по оборудованию, по представлению результатов исследований. У нас до сих пор на работе хранятся фотографии тех материалов, результатов, а это и кристаллы, это красивые работы. В январе этого года Вячеславу Ганьшину исполнилось бы 70 лет. Почтить его память на открытие выставки пришли родные, друзья и коллеги. Он был добродушным и жизнерадостным человеком, любящим семью, работу и главное увлечение своей жизни – фотографию. Поэтому никогда не расставался с фотокамерой. Постоянная улыбка на лице, независимо от результата. Совершенно беззлобный человек. Вячеслав Иванович был просто мастер на все руки. Все, что его отличало, это доброта, честность, прямодушие. Мы ее все помним и любим. И то, что его любят многие, видно по тому, сколько собралось людей на этот праздник. Выставка Вячеслава Ганьшина «Вся моя жизнь. Фотография» открыта в лекционном зале Тверского городского музейно-выставочного центра по 21 января.